Буквально через пару месяцев, когда растает снег, проблема асфальтового покрытия в детском саду номер 54 вновь станет актуальной. Дорожки к дошкольному учреждению капитально не ремонтировались ни разу, поэтому можно представить, в каком они состоянии. С такой же проблемой столкнулись и еще несколько садов нашего города. В этом году мы выходим с инициативой произвести текущий ремонт асфальтобетонного покрытия на территории детского сада. Такой же проблемой озабочен ТОС «Аленький цветочек» на объекте МАДО номер 18 города Салават, ТОС «Дружные ребята» на объекте МАДО номер 35 и ТОС «Территория детства» на объекте МДО номер 28 города Салават. Родители воспитанников, посещающих этот детский сад, всячески готовы помочь и оказать содействие, потому что на собственном примере знают, как тяжело порой добраться до группы, преодолевая ямы, тем более в дождливый день. Детский садик замечательный, нам очень все нравится, но асфальтовое покрытие оставляет желать лучшего. Особенно это актуально в летний период, когда асфальт открытый, ухабины, ямы, ребенок спотыкается, соответственно. Ну, что там ребенок и взрослый может споткнуться. Благодаря программе ППМИ уже произведен ремонт крыши детского садика. И вот мы все-таки надеемся, что вот всеобщими усилиями все-таки будет произведен ремонт асфальтового покрытия. Масштабная территория детского сада 54 может похвастаться ухоженным внешним видом и аккуратностью. Одна проблема, которая, верят родители и воспитатели, скоро решится – это асфальт. И, возможно, в ближайшее время маленькие ножки побегут по ровным дорожкам. Светлана Халитова, Рустем Гайнанов, телекомпания «Салават».